Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать абстрактные розы по мокрому гель-лаку. Сначала необходимо нанести цвет фона и просушить в лампе. Далее нанести второй слой этого же цвета и поставить капли другим цветом дотсом. После этого с помощью кисти цвета фона нарисовать в каждом кружочке спираль. Затем сушим в лампе. После этого наносим топ и сушим. Снимаем липкий слой и дизайн готов. Кликнув на фото, вы можете посмотреть видеоурок с другими розочками по мокрому лаку. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых видео!